Еще в прошлом году я задумался об открытии вклада. Думаю, как и многие, кто будет смотреть этот видеоролик. Когда я находился в поиске самого лучшего вклада, я, естественно, смотрел интернет, что-то гуглил, пытался как-то найти самые лучшие вклады, подборки на ютубе смотрел и так далее. Но тут я задумался, а вот было бы здорово, если бы было такое приложение, в котором были бы собраны все вклады в удобной форме, отсортированную от самого лучшего к самому худшему. Ты заходишь в это приложение, регистрируешься очень просто и быстро, закидываешь туда деньги, и можешь вклад открыть прямо в приложение, чтобы тебе не нужно было идти в офис банка, да, или там регистрироваться на сайте, открывать дебетовую карту в этом банке и так далее. И вы знаете, такое приложение есть, оказывается. Это было для меня открытием, я хочу с вами им поделиться, потому что это действительно классный, полезный инструмент, он удобный, я сам уже открыл несколько вкладов и ну, мне не грех порекомендовать такой сервис для вас. Приложение называется «Финуслуги», «Финансовые услуги». Это проект от московской биржи, поэтому можно доверять ему. Регистрация достаточно простая, через госуслуги все происходит. Вот мы на главной страничке. Тут есть Несколько вкладок, накопление, страхование, кредиты. Ну, сегодня нас интересуют вклады, конечно же, это такой приоритетный инструмент, но для тех, кто будет пользоваться приложением в дальнейшем, вы можете вот рассмотреть, тут и ОСАГО есть, и КАСКО, и страхование ипотеки, и кредиты, и микрозаймы тут тоже есть. Можно свой кредитный рейтинг посмотреть. Он, конечно, такой предварительный, но тем не менее, немедленно перейдем на витрину вкладов. Сразу мы видим вклады, которые нам предлагаются. Естественно, самая максимальная ставка да, у нас вот самое первое предложение это от Росбанка на данный момент. В прошлом месяце буквально там был другой банк дом РФ. Здесь мы можем выбрать критерии по которым нам а, покажутся самые лучшие вклады под наш а, капитал, под наш срок, который нас интересует. Рекомендуется вносить на вклады от 300 до 500 тысяч рублей, потому как а, на этот капитал дается самая высокая вкусная ставка. Давайте предположим 300 тысяч максимальная ставка без э, пополнения и снятия, потому как, опять же, эти условия, они снижают ставку, как правило. Опять же, мы видим, вот э, этот вклад нам доступен под наш капитал на срок 6 месяцев здесь предлагается на 3 месяца это вот 16,1%. И самый приятный момент этого видеоролика. Потому как у меня есть для вас два промокода, которые увеличивают вашу доходность на первый открытый вклад через финуслуги. Первый промокод бонус 55, он находится в описании к этому видеоролику, там же где есть ссылка на открытие вклада. Он вам дает 5,5% плюс к той доходности, которую вы видите вот сейчас. Второй промокод дает плюс 5% к доходности. В чем разница? Разница в сроках действия промокодов. Первый действует там до февраля, а второй до лета. Для тех, кто будет смотреть видеоролик после там, февраля, марта, апреля там, и так далее. Вот для вас это будет актуально. Вы просто-напросто переходите по ссылочке в описании к этому видеоролику. И регистрируйтесь в приложении Финуслуги, скачивайте его с App Store, там, с Google Play. Оно везде доступно, никаких санкций, ничего такого. Регистрируйтесь. Не забывайте ввести промокод, выбирайте вкладку по вашим критериям и вуаля по поводу пополнения приложения у нас есть несколько опций это пополнение через сбп просто классика и а, по реквизитам или вот qr-код еще тоже есть по поводу снятия указывайте реквизиты вашего банка деньги приводятся на этот счет пожалуйста ничего сложного касательно интересных моментов Финуслуги начисляют 14% бонусами на остаток на вашем кошельке, те деньги, которые вы еще не распределили по вкладам. Как зарегистрируйтесь, подробнее почитайте, если вам будет интересно, тоже можете воспользоваться этой услугой. В общем, сервис очень классный и удобный, все вклады в одном приложении. Оформляйте свой первый вклад по ссылочке в описании на финуслугах, не забывайте ввести промокод.